Сегодня в меню яичница с медом. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Соль 1 щепотка. Мед 1,5 чайных ложки. Яйца куриные 3 штуки. Сливочное масло 20 грамм. Яичница с медом – это вкусный, сладкий и полезный завтрак или перекус. С чашкой чая или молока – это лучшее угощение. Готовится блюдо несколько минут, очень быстро. Подготовьте все ингредиенты. Вбейте куриные яйца в глубокую емкость. Всыпьте небольшую щепотку соли и взболтайте яичную смесь вилкой. Растопите сливочное масло в сковороде на небольшом огне. Влейте яичницу. Жарьте яичницу 3-4 минуты, в конце полейте медом. Сразу подавайте сладкую яичницу к столу. Приготовьте сладкое угощение для детей и взрослых. Быстрый завтрак или перекус понравится каждому. Берите на заметку рецепт. Приятного вам аппетита! Уважаемые зрители, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом рецепте друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!